А что там, депутаты и все такое прочее? Ну, второго много, тебя судили. Да. Давай. Не, ну блин, мой десерт. Поехали, говорит, что... На митинг. Поехали, не вопрос. Тройка. Саня, ты, ну, не знаешь, что ты. Готов! Машина такой. Закрыть? Да. Толпа просто немеренная. Внутрь попасть просто нереально. Вон пробка из людей. Еще раз можно так сделать, такое движение? Нет, друзья, максимум не хватит. А пресса у нас откуда? Коммерсант. О, Коммерсант, это хорошая газета. Ну да. Так понятно, раз такая это самая. Адвокат там уже нет, да? Да, конечно, должен быть. Здрасте. Здравствуйте. Здоровья вам, ребята. Здравствуйте вам. Главное терпение. До свидания. Большая часть народу в зал не попали, потому что зал только на 40 человек. Всех выгнали на улицу. Народ стоит, ждет. Вот.
Нет, я имел в виду их развернуть спинками сюда. Вот эти спинки, чтобы были а, здесь. А, можно, да, чтобы можно. Сегодня с утра разговаривали, что подскажет Европа, но подсказка оказалась очень трудной. Это при том, что в выпуске там не знаю, когда было сотрудничество. Нашла Очевидно по губам, да? А, такая она прям какая-то разъяренная. Хотя, ну, просто мимо шли. Интересно, что он там говорит. За что приговор? Стоять, в тюрьме за сидел? Что приговор? В тюрьме сидел? За что приговор? Если наше население не желает. Вы видели? В тюрьме сидел. .ру, образованность канала Вести.ру. Они даже не знают, о чем идет речь. За что он сидел в тюрьме? Ну, говорите, говорите. Ну, скажите вы. Ну, скажите, вы знаете, нет, вы скажите, что вы. Я вас спрашиваю, а не вы меня спрашиваете. То есть вы не можете сказать, да? Нет, я могу сказать. Он сидел в тюрьме по его делу. За неуплату налогов. Но не за мошенничество. То есть вы уничтожаете жулика? Нет, мы уничтожаем жулика. То есть вы вроде честный человек, да? Честный человек. Да, хорошо. Честный человек, он не жулик. А какие у вас основания? Вы видите уголовное дело? А вы спросите, кого мы считаем жуликами в нашем государстве? Хотите, мы скажем? На каком основании вы называете Мавроди жуликом? Факты, пожалуйста. То есть он честный человек? Абсолютно. Год всем все платится. Ни одного обманутого человека нет. Любой, а что вы здесь все делаете тогда? Мы поддерживаем Сергея Пантелеевича Мавроди за незаконное задержание по абсурдному обвинению в штрафе 1000 рублей. Хорошо. Это абсурдное обвинение. Вы это прекрасно понимаете сами. А вы знаете о том, что на Поклонную гору было загнано десятки тысяч людей, им обещали по 1000 рублей, но никому не заплатили. Почему Путина не посадили на 5 суток? А? Почему? А, улыбайтесь, сказать вам нечего. Вот у вас также параллельно сейчас записано. Заказуха! То, что было сказано, и то, что было показано. Нет, не объективность нашей прессы записана сейчас на несколько камер. Всем все платится. Вы делаете для кого-то. Монтируйте это. Для глупых людей. Вы обалваниваете народ. Вы путинское телевидение, которое оболваниваете народ. Понимаете? А вы спокойны? Вы лживое, продажное, ангажированное телевидение. Нормально. Да ладно. Что-то у тебя адрес. Мать, Андрей, не повезло, все. Все, без мнения оставили. Без мнения. Мавроди! 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 Туда-сюда, туда-сюда. Закон позволяет. Свободу.
Главное, не останавливайся. Главное, не останавливайся. Главное, не останавливайся. Вроде везли, знаете? Везли, везли, нет. Что было? Перекрыло движение. Всегда. Проще от страховую компанию вызвать. Мы все застрахованы так же. Там ехать надо, в этой херней занимаемся. Мавроди! 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 Свободу Сергею Мавроди! Свободу Сергею Мавроди!
да. Значит, сейчас, что касается рекламы, офисов, пока сейчас ждем. Вот, после отмены режима спокойствия, все опять нажимают рекламу. Новая катушка должна система работать, еще развиваться. Саш, у меня такое предложение. Вот у нас много ячеек за рубежом. У меня предложение, чтобы наши представители вышли в посольство Российской Федерации и встали туда с плакатами. И все иностранцы, весь мир поразится, что за 1000 рублей человека лишают свободы. И в Страсбурга можно сразу туда, да. Мы вывесим формы обращения к нашим сообществам, как и для россиян, так и для иностранцев, для того, чтобы они могли, так сказать, в различные инстанции писать и подавать письменные заявления о том, что просят разобраться, о том, что не согласны с решением суда. Снять позор с России, с России снять позор. Мало не показалось им, во всей страны снять позор. Еще предложение поставить по России вахту свободы. В каждом городе, где у нас ячейки, чтобы там они по очереди менялись, и каждый день около органов власти, там судов, стояли пикеты, люди. Но это вахта свободы по всей России, пока он не будет на свободе. И тогда власть испугается, потому что по всей России, по всему миру выйдут люди с правдой. Они боятся больше всего правды. Правды. Потому что идет ложь. Вот даже вести приехали и начинают, берут, поймали какую-то бабушку, которая там говорит там. Дорогие друзья, я извиняюсь. Все, все, все. Спасибо. Дай Бог, подальше вам. Удачи. Сейчас я пока не хочу об этом говорить. Все понятно. Все усилия на голову, знаешь. Давай, давай, давай.